Я во время в институтские годы. Он постоянно ездил, а я закончила... С 16 по 13 марта в Узбекистане проходит женский автопробег и съемки документального фильма в рамках известного проекта «Женщины и дороги. Путь к себе». На этом фоне состоялась встреча в формате Public Talk с жителями Самарканда на территории комплекса Silk Road Самарканд. Ранее в Ташкенте официально стартовал необычный автопробег и съемки документального фильма, в котором через многообразие женских лиц и динамику автопутешествия режиссеры раскрывают разнообразие и красоту страны. Успешный женщины творчества и бизнеса из России и Узбекистана едут за рулем по заданному маршруту и встречаются с местными женщинами, лидерами мнений разных профессий. Мы здесь находимся в рамках съемок проекта «Женщины и дороги. Путь к себе». Идея его заключается в том, чтобы показать красоту страны через призму женских лиц. Красивая идея, да, как женщины Узбекистана действительно красивы и умны, и мудры, и очень трудолюбивы. Вот мы садимся за руль машин и едем по такому, как бы, достаточно сложному туристическому маршруту. Снимаем красоту, какие-то остановки. Фактически этим мы показываем то, что за рулем машины можно проехать даже женской компанией, достаточно сложной или условно сложной, и показать красоту страны, да, вот в автопутешествии. Помимо съемок фильма, сам автопробег сопровождается встречами с женщинами-лидерами при поддержке правительства Узбекистана. Авторы идеи, режиссеры и продюсеры проекта и фильмов Кристина Кретова и Анна Каменева уже сняли 3 фильма, популяризующих путешествия и саморазвитие в разных направлениях творчества и бизнеса. Когда мы стартовали наш первый фильм «Байкал», какой-то такой идея автопробега, но это еще не было фильмом тогда. И когда мы стали уже вот как-то нанизывать эти бусинки, появилось ощущение, что да, надо собирать съемочную группу и надо снимать фильм. Что этот фильм, он имеет, ну, такую важную цель, миссию. Ну, во-первых, показать красоту. Но очень важно, чтобы хоть одна, если женщина увидит одну из историй и вдохновится, ее это поддержит, то это уже все, мы сделали свое дело. Фильм «Женщины и дороги. Шелковый путь к себе» также несет в себе идею готового туристического маршрута, которую можно реализовать самостоятельно на автомобиле, например, женской компании.